Почему атаман Ермак не повернул назад после поражения? Первая битва между казаками Ермака и татарским войском сибирского хана закончилась поражением русских. Атаман отступил, погрузил раненых и убитых, и уплыл во свояси. Но на деле проиграли татары, ведь Ермак поплыл по Тоболу не назад, а вперед, направляясь к столице сибирского ханства. Просто у Ермака не было выбора. Наступил октябрь, приближение сибирской зимы чувствовалось с каждым днем. Ее дыхание серебрило инеем казацкие бороды по утрам, стягивало робкой ледяной пленкой лужи в болотах. Дни становились короче, луна все больше, а ночное небо все прозрачней. И глядя на холодные звезды, атаман понимал, дороги назад больше нет. Потому единственный шанс казаков пробиваться дальше на восток, в сердце татарской Сибири, с богатыми селениями, пашенными юртами и снующими по рекам караванами мусульманских торговцев. И победив хана Акучума, зазимовать там, в богатой стране. Таков был план Ермака, и потому плыл казачий флот по Тоболу вверх, после первого, так сказать, поражения. Ибо терять казакам было нечего. Не забудь поставить лайк, если тебе понравилось.